Захареи, да, было. И вот я говорил, я не знал, что такое современная школа. Почему? Ямбахарея проходил я. Ну, напомню, это очень важно, потому что надо как-то противостоять. Сегодня никто. Ну, через месяц будет 500 просмотров. Понимаю, это там, если только как загубить саженец, у них по полмиллиона, по 1,5 миллиона просмотров. Это есть. Вот. Ну, мы отстаем так вот. И все-таки молчать тоже плохо. Я же гражданин России. И вот получается так. Значит, напомню, как было дело. Я рассказывал вам стихотворение. Значит, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, а потом учительница брала, писала это все эти же слова. Я помню чудное мгновение передо мной на доске. И разделяла их на ямбахаре. Зачем она это делала, я сейчас не знаю. Какой дурак! Вот. А тогда я их называл просто дураками, потому что это все-таки это было не так уж заметно. Чему-то же я школа меня научила, чему-то же я научился. Иначе опять сейчас перед вами бы не тут руками не махал. Так же, чему-то научился. А это привел пример как идиотизма. Разве можно волшебные стихи? А самое главное, если разложили на ямбахаре, я повторяю себя вебинар или два назад, если разложить на ямбахаре, хоть один научится стихи писать. Да еще такие, как бы. Хоть один, второй Пушкин, он же один, почему гордимся? Потому что второго никогда не будет. Ну разложили мы. Но я бы. Ну хоть один, кому помогло? Кроме того, что мозги, уже слово засрано, уже другого не придумаешь. Я позавчера включаю телевизор, да и вы видели, ОРТ, один из главных каналов. И там молодой человек, дама. Учит нас. Давайте вот это, чтобы ужаснуться, и на этом сегодняшнее закончится, потом будем вопрос-ответ. Я вынужден это, потому что я очень надеюсь, что когда-то это перейдет в качество. Кто-то же эту дурь, ведь мало того, ведь пока идет все то же. Представляете, что детям сейчас еще предложат, как они будут изучать. Набрали, вам нужны генетики. Ребенка в каждом классе 1-2 таких, 1-2. Которым интересно, что там за жук бегает, сколько у него лапок, в какую сторону закручено. Знаете, все школы, все страны учить, в какую сторону улитки закручены, право или влево эти самые. Как это важно знать? Я сейчас не знаю. Мое время не проходило. А завтра что там будет? Какие там рибосомы? Ой, ёп. Вот. И это все бедные дети. Они окончательно угробят все. А это сейчас, сегодня, это там еще Путин дал команду, сейчас они такого еще научат. Знаете, хотели 12 лет, то есть 6 и еще до этого, до 18-летия. Не хватило просто у них самого. Потому что берет, оказывается, и мои ямбахареи, которые я в школе проходил, и тут все довели до абсурда. Включая 2 дня назад телевизор, я вижу вот это вот, прям фотографию с экрана. Попробуйте что-то понять. Ну, хотя бы. Поняли? А главное, нахрена это надо? Вот это детям. Я вначале еще не врубился до конца. Мало ли, думаю, хотя я знаю дистанционное управление. Смотрим дальше. Вот эта милая девочка. Девушка, да? Смотрите, я на всякий случай, что я не болтун. Видите, что тут написано? 11 класс, это тот самый 11 класс, которого не было в мое время. И когда он появился, надо было насывать 11-классникам всякую херню, которая приходила в голову, потому что Академия наук не просто была, а еще была Академия этих педагогических наук. Сейчас их вроде слили. Академия, что они дури. И вот дети, вместо того, чтобы прочитать, ночевала тучка золотая, смотрите, начал разбивать, начинается отсюда, вот, сейчас поймете, вот и ямбахарея, оказывается, так сложно, это дактиль, а я-то не знал, как я жизнь прожил, как я несколько книг напечатал, как я 400 статей напечатал. Я же не знал, что это самое, как эти самые, из чего состоят эти
слова. А еще амфорбихахи. А, ух ты, слова-то какие. А как его запомнить? Она всю жизнь надо запомнить. Иначе, вы представляете, мы всю жизнь всей толпой будем стихи сочинять. Все. Ведь это все дети. Это же все. Все дети должны это знать. Вот. Смотрите, думаете, это все? Вот это я опять, помните, я это скопировал с прошлого вебинара. 6 лет не потянули, дети спали на уроках. Приходят на уроки, ложатся, вот. Дури хватало, нет бы на своих детях попробовать. Но приказ был на 12-летнее перейти. А потом не потянули, получилось 11-летие. Значит, надо было 6 не получилось, но 11 класс надо было заполнить. И они тогда решили, что образование – цено, развивает мозг, продлевает детство. Какое хрен детство, я вам сейчас покажу. Объем научных знаний растет. Как можно в башку пихнуть этот научное знание? Башка должна думать, башка должна уметь соображать. А знания-то пихнуть невозможно. Вы представляете, что они пихнули? Показать? Смотрите, внимание, держитесь за это. Есть былина, и лемуровец соловей разбойник, как у славного голода Чернигова, нагнано тут силы много-множество. Ну, прочитали, я уже знаю, допустим, это былина. Она что-то среднее между, допустим, повестью и стихом. Былина, средняя арифметическая между повестью и стихом. И вот теперь оказывается, взяли, написали и начинает ее. Ну, это доска как бы вообще. И давай теперь ее препарировать. Мало того, что это, что силы много-множество, что тут соловей-разбойник или муромец. Нет бы рассказать, чем разница между муромцем и соловьем-разбойником. Тот грабил, этот защищал. Нет! Мы начинаем считать количество слогов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. То есть 13 я заранее сосчитал. 1, 2, 3, 4, 11. Мы столько узнали, это что? Извините, можете сейчас отключаться или подождите, пока кому это не интересно. Но речь идет о наших детях и внуках. За что, дебилы, вы что там херней занимаетесь? Я раньше говорил, я думал, это просто ошибка, какой-то глупый один пролез и там это. Целая толпа, коллективы, людей, дебилов натуральных, которые не ведают, что творят. Это же детям. Расставим акценты. Так нам не важны все ударения. Нет, все не важны, только сильные. Давайте смотреть. Прочитаем отрывок вслух медленно с выражением. Как у славного, вот где буквы большие, это значит ударение. Как у славного у города. Нет, не так. Как у славного у города. Чернигова, а так бы я бы не прочитал. Вот, как у славного города Чернигова. Нагнано тут силы много-множество. А дальше, это же она читает всей стране, всем 11-классникам. Значит, их это спросят. Звуковая схема будет выглядеть. Вот нахрена детям эта слуховая схема? Первая строчка, 3 ударных, 10 без удара. А если бы 4 и 9, то что? А тут 11 слов, 3 ударных, 8. А если вот тут 4 и 7, то что? Таким образом, наконец. Итак, ура! Наконец теперь дети наши образованы. Почему? Итог. Мы подтверждаем факт, что тоники важно только количество тонов акцента ударений каждой строчки. Вы что-нибудь поняли? Количество тоники важно количество тонов. Идиоты, натуральные, понимаете, до того, где-то когда-то один дурак туда пролез, своих-то напихал, сейчас же как, вспомните, есть 90-60 на 90, все, министр, замминистр. Такой идиотизм, ведь страшно, ведь это же потом экзамены сдавать-то. Что вы делаете? Это же стихи, это же стихи, это волшебство. Ну тут хотя бы в былине есть информация о наших героях. Вы нахрена это все раскладываете-то? Сколько будет этих самых? Я выигрался, извините, я не могу иначе. Первые стихи моего внука Тимоши.
Ему было 6,5 лет. Бедный Тимоша, ведь он уже в первом классе не хочет в школу ходить. Я в отчаянии, я ему в него жизнь уложил. Я его ни нотации не читал. Мы были двумя друзьями, я чуть-чуть подсказывал где. Что такое благородство? Как поделить, чтобы это самое, конфету. Понимаете? В 6,5 лет он написал стихи, первое и последнее, не хочет больше. Была красивая река. Вдруг солнце опустилось, и солнце спать пошло. Я пытал его, откуда ты это взял? Прочитал? Нет. Вот взял, и главное, что почему-то оно в голове у него застряло. Я после того, когда я повторяю, я быстро запишу. На другой день проверяю, он и помнит. Япония отдыхает. Вы представляете? Самый гениальный этот Япония случай не напишет. А вы что, моего Тимошу идиотом хотите сделать? Сволочи, у меня слов нет. Понабились туда в эти самые. Фу, блин. Ну вот, 26 стекло. Оставим до следующего раза. Ну просто пробежим.